Ну вот сегодня мы почистим немного компьютер от пыли. Вот разобрали мы, сняли крышку боковую, взяли обыкновенную кисточку, пылесос и вот так вот медленной скоростью решили почистить то, что находится внутри. А внутри, я вам скажу, находится обалденное количество разного, мягко выражаясь, Г. Мы сняли кулер с радиатора. Здесь надо быть аккуратным, немножко придерживать лопасти для того, чтобы не повредить, чтобы из подшипников не слетел. Ну вот, примерно так делается. Хуже не будет. Основной вентилятор, вентилятор с процессора, вот блока питания, ну и также другую грязь надо убрать. Это надо делать, в принципе, регулярно, конечно. Ну, как правило, руки не доходят, сами знаете. А вот когда идут, так надо и делать. Ну, вот теперь мы устанавливаем кулер на место, берем отверточку, саморезики. Медленной скоростью стараемся все вовнутрь вкрутить. Вкручиваем, скручиваем, вкручиваем. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот я здесь на ускоренный поставил вариант. Вот так вот мы вкручиваем. Закручиваем. Продуваем. Еще разок вентилятором. Ну и включаем, посмотрим, что будет. О, включился. Все работает, все нормально. Так вот мы почистили от столетней пыли наш старенький компьютер. Все, всем пока, всем привет.